Дорога в Советском округе превратилась в каток на улице 50-летия Октября, прорвала трубу с горячей водой. Как сообщает очевидец, ЧП произошло напротив кафе «Восточная ночь». Вода затопила проезжую часть, и автомобилистам пришлось ездить прямо по кипятку. Однако, как рассказал автор видео, коммунальные службы устранили прорыв лишь через 2 часа, и часть магистрали успела изрядно заледенеть.